Многие знают, что на территории Хасавюрта с прошлого года активно идет работа по благоустройству общественных территорий. Город начал приобретать абсолютно новый современный архитектурный облик. Объект, включенный в программу формирования современной городской среды в микрорайоне Грозненский, на сегодняшний день находится на стадии завершения, рассказывает инженер-технадзор управления коммунального хозяйства Алибек Балаев. Ну, на сегодняшний день вот эта работа у нас уже идет как бы к завершению. Ну, я думаю, процентов уже 70 уже работа сделана. Сейчас на данном этапе вот это озеленение, зеленую зону надо, посадка деревьев здесь будет. И многолетние травы посадка будет. И вот ограждение уже, стойки уже выставлены, будет установлено ограждение. Светильники у нас уже установлены. Плитка, вот сейчас идет облицовка плиткой, керамогранитной плиткой. Но самое главное, хотелось бы обратить, чтобы дома было... Беседа родителей со своими детьми, чтобы не ломали плитку. Вот, пожалуйста. Вот позавчера вот там поломали 3-4 плитки. Вот так ногами бьют, плитку ломают. Вот сегодня, вот, пожалуйста, тоже опять поломали. По словам Балаева, активно ведется работа и на других участках, на которых ожидаются не менее красочные преображения. После завершения установки скамеек, урн, объектов уличного освещения и посадки деревьев, бульвар по улице Датуева с протяженностью более 600 метров станет одним из культурных достопримечательностей города, где будут созданы все условия для досуга и отдыха горожан, отмечает инженер-технадзор. Заливка наружной стороны парапета уже закончена. Сейчас осталась внутренняя сторона парапета, заливается. Там будут кармашки для скамеек и для урн специально. Вот это. Поэтому там очень сложная она конфигурация вот этого парапета. Там заливать надо поэтапно. Вот. Плитку сейчас пока еще не начали, но плитку начали наружную уже, керамогранитная плитка, облицовка уже началась вот, на данный момент. И идет установка светильников, освещение вот этого светильника внутри. Она уже, основания уже залиты, вот эти тумбы, под него, и сами установка светильников идет уже. Что касается объекта по улице Даудова, завершено сооружение навеса, продолжаются работы по облагораживанию территории. Там уже тоже на завершение объект уже, тоже процентов 70-80 уже сделано, светильники установлены, все уже подключены, они горят, навес сделанный. Сейчас мы будем там укладывать плитки, вот эту зеленую зону огораживать. Зеленую зону будем делать и асфальтировать территорию. Напомним, что вся проводимая работа выполняется за счет средств из федерального бюджета и не требует финансовых вложений жителей города. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».